Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео мы с вами поговорим о том, как добавлять заказы в CRM-систему через Facebook Lead Ads с помощью сайта thepr.com. Так, первый шаг, который нам нужно сделать, это, конечно же, зарегистрироваться на сайте ZPR. Как видите, у меня уже есть аккаунт. Зарегистрироваться новому пользователю не составит труда. Поэтому давайте перейдем лучше к более интересным вещам. Итак, первое упоминание, которое бросается в глаза, это то, что у нас есть всего лишь 14 дней тестового периода. Далее нам предлагают выбрать лучший для нас тариф и пользоваться им. Вот. Но у нас сразу же есть для вас лайфхак небольшой. Вы можете каждые 2 недели регистрироваться на новую почту и пользоваться сайтом бесплатно. С каким путем пойти, это мы оставляем на ваш выбор. А сейчас давайте, собственно, перейдем к тому, как же сделать подобную интеграцию. Так, здесь у нас есть вот такая вот яркая кнопка Make a Zap. Нажимаем ее. И видим перед собой подобное меню. Вот у меня уже есть здесь в быстром доступе Facebook Lead Ads. Вам нужно будет его найти в строке поиска. Теперь нам нужно выбрать Facebook Lead Ads Trigger. Но так как у нас его нет еще, нам нужно создать новый. Нажимаем «Продолжить». Теперь нужно привязать аккаунт. Нажимаем «Connect». Выбираем аккаунт. Итак, мы привязали аккаунт в Facebook. Теперь нам нужно выбрать страничку и форму, которую мы заранее создали. Мы заполнили эти строки и нажимаем «Продолжить». И только вы увидите подобное меню, вам нужно нажать будет «Пропустить этот шаг». Нажимаем «Продолжить». И вот практически половину работы мы уже сделали. Мы привязали наш аккаунт в Facebook, и теперь нам нужно установить связь между аккаунтом и LPCRM. Для этого нам потребуется код, который мы возьмем с документации API в LPCRM. На странице Choose an Action App нам нужно написать код by ZPR. Выбираем, нажимаем Run JavaScript. И нужно заполнить вот эти вот строки. Их будут 2. Первое. Form name. И выбираем из списка full name. Добавляем вторую строчку. Это будет форма с номером. Phone. И выбираем номер телефона. Phone number. Теперь перейдем к работе с кодом. Я говорил вам, что код мы возьмем с документации API. Переходим назад в наш кабинет LPCRM. Выбираем FAQ, документация API. Находим 13 пункт. Как видите, здесь есть небольшая текстовая инструкция того, как можно добавлять заказы в CRM через сайт ZPR. Нас сейчас интересует код, который нам этим нужно скопировать и вставить на сайте ZPR. Также нам нужно будет заменить прайс, ID, все UTM-метки, сайт и MyMail на свои данные. Итак, копируем. Переходим на ZPR и вставляем. Хочу обратить ваше внимание, что здесь есть такая вот строка «Не трогать». Очень важная информация. То, что выше этой строки, то изменять можно и даже нужно. То, что ниже,
Нельзя. Поэтому мы сейчас будем изменять то, что находится выше. Так, начнем с цены. Давайте выберем какой-то товар. И вот возьмем первый же товар. Так, мы видим ID 1680, цена 599 гривен. Пишем цену 599. Пишем ID 1680. Один продукт и страна у нас Украина. По поводу UTM-меток. Много информации можно найти в интернете. Поэтому мы не будем останавливаться на UTM-метках. И перейдем дальше. Заполняем UTM-метки. Здесь указываем URL продающего сайта и отдел, который мы создали в CRM. Это, в принципе, не обязательно, можно оставить эти поля пустыми. И далее, что важно, так это указать почту свою. Я укажу свою почту и проверим, действительно ли мы все правильно настроили. Вот и все. Мы исправили наш код и нажмем «Продолжить». В принципе, мы практически закончили с нашими настройками. Мы видим, что такие данные должны появиться у нас в CRM-системе сейчас. Давайте проверим. Отправляем тестовый заказ. Все, мы видим, что тестовый заказ был успешно отправлен. Назовем это тест 1. И активируем. Вот и все. В принципе, мы настроили интеграцию ZPR с LPCRM и Facebook Lead Ads. Давайте проверим, что же у нас получилось. На почту сообщение о заказе пришло. Давайте проверим, пришел ли заказ в нашу LPCRM. Открываем кабинет. Выбираем заказы. И вот мы видим, что пришел наш заказ. Покупатель, телефон, все верно. Товар, рубашка, цена 599 гривен. Сайт, тот, который мы указывали. И UTM-метки Facebook. Все работает, отлично. Если вы будете повторять мои действия, то у вас также получится интегрировать эти сервисы и получать заявки с Фейсбука прямо в LPCRM. Ну а если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, помните, что мы всегда будем рады вам помочь. Пишите нам техподдержку, и мы ответим на все ваши вопросы. Ну а на этом все. Всего вам доброго. До новых встреч.